Вот такие котлетки или драники можно приготовить не только из картофеля, но и из лука. Сегодня мы будем с вами их готовить. Приступаем. Готовим сегодня луковые котлеты. Рецепт я увидела в интернете, решила попробовать его. Беру несколько луковиц, мелко нарезаю их. Помельче так. Скоро Пасха, я всю шелуху собираю. Будем красить яйца. Добавляю соль. Перец черный молотый. Два яйца. И 4 столовые ложки манной крупы. Все перемешиваем и оставляем минут на 15 20. Масло нагреваем и теперь формировать будем котлетки. Ну, примерно 1 столовую ложку так вот буду ложить. Обжарим с 2 сторон.
Вот такой вкусный ужин. У нас сегодня котлеты луковые и салатик. Редиска, капуста, лук и огурец. И перчик. Приятного аппетита!